Power Sports и Power Dogs представляют. Танец живота. Упражнение для начинающих. Я Вина, а я Нина. Мы занимаемся танцем живота уже много лет, и мы учились у лучших учителей. И мы обнаружили, что если делать это хорошо, то это пользуется большим спросом. Мы пытаемся поделиться с вами знаниями техник, которые передали нам наши учителя. Можно делать какие-нибудь упражнения и поддерживать свое тело в хорошей форме, однако нелегко найти такой фитнес, который доставлял бы столько удовольствия. Мы построили эти упражнения на основе движений бедер и ног, используемых в классическом танце живота, но забавным способом. Движения простые и легко запоминаются. При постоянных занятиях вы достаточно скоро увидите результат, и мы уверены, что вам это очень понравится. Правая нога заведена за левую. Обхватите ее руками и начинайте вращать головой, стараясь держать шею как можно более расслабленной. По кругу. Вращаем. Keep breathing. Дышите ровно. Поднимите вверх правую руку, плавно наклоняйтесь вперед, потом назад. Держите равновесие вперед, назад. Держите корпус ровно. Обе руки вверх, скрестить при наклоне вперед, скрестить и развести. Скрестить и развести. Почувствуйте, как растягиваются мышцы бедер. Теперь развернитесь в полоборота. Держите корпус ровно. Чувствуйте, как растягиваются мышцы бедер. Меняем ногу. Вращаем головой, полностью расслабив шею. Снова рука тянется вверх. Наклоняемся вперед, назад. Обе руки вверх, вперед, назад. Дышим ровно. Вдох, выдох. Развернитесь в полоборота.
Дышите глубже, вдох, выдох. Обе ноги вытянуть вперед. Тянем корпус к стопам. Стараемся дотянуться до пальцев ног. Остаемся в этом положении, расслабляем шею. Чувствуем, как растягиваются мышцы нижней части спины. Тянем носки стоп на себя. Чувствуем, как растягиваются мышцы икр и стоп. Сохраняйте дыхание ровным и спокойным. Начинаем вращение стопами и коленями по кругу. Вращаем. Вращаем. Теперь в другую сторону. Займите положение на боку. Сгибаем верхнюю ногу и вытягиваем нижнюю. Рука за ухом. Поднимаем нижнюю ногу, насколько это возможно. Это прекрасное упражнение для мышц бедер и пресса. Задерживаем ногу на весу. Чувствуем, как работают мышцы бедер. Тянем пальцы ног. Меняем положение ног. Нижнюю ногу подтягиваем к себе, верхнюю выпрямляем. Сгибаем верхнюю ногу в колени и подтягиваем. Одновременно тянемся головой к колену. Затем отводим ногу в сторону.